Ограниченные продукты, неправильная маркировка, отсутствие ценников и другой, необходимой для потребителей информации, с этим и многими другими проблемами ежедневно сталкивается каждый житель нашей страны. Сотрудники Госагентства антимонопольного регулирования совместно с журналистами проверили один из гипермаркетов на наличие нарушений. Об этом расскажет Аяна Дюшикеева. Во Всемирный день защиты прав потребителей и в другое время одна из приоритетных задач Госагентства антимонопольного регулирования – контроль за качеством предоставляемых клиентам услуг и товаров. В числе основных прав – право потребителя на качество и безопасность товара или услуги, а также право на информацию об изготовителе. Здесь имеется нарушение законодательства о защите прав потребителей в виде отсутствия на товаре маркировки на государственном языке. В числе нарушений, выявленных в этом гипермаркете, отсутствие пломб на весах и свидетельства об их проверке. А это значит, что покупателя можно обмануть. Имеются нарушения, не без нарушений. Выявлены такие нарушения, как отсутствие маркировки на государственном языке на товарах. То есть имеется большое количество товара, где отсутствует перевод на кыргызский язык данных состава, наименования, вида данного товара. Это является нарушением законодательства. Также при вывеске надписи «акция» должна указываться дата, до какого она, с какого по какой действует. Данные моменты в некоторых вывесках были нарушены. Стоит отметить и то, что в ходе тщательной проверки просроченные продовольственные и другие продукты выявлены не были. Пока у нас не было случаев, когда покупатели приобретали некачественный товар. Надеюсь, что этого и не произойдет. Но если все же такое случится, то мы обменяем этот товар в течение 7 дней при наличии чека. А что касается нарушений, то мы будем активно работать, чтобы их устранить. Отсутствие табло, на котором указывается сумма закупленные товары, еще одно весомое неудобство для покупателей. По результатам данного мониторинга нашим отделам будут вынесены предписания об устранении выявленных нарушений. Будет предоставлен им срок разумный для устранения. В случае неустранения данных нарушений в установленный срок будут приняты меры административного взыскания в соответствии с законодательством. Наряду с другими факторами, качественные продукты – залог здоровья каждого человека, здоровья целой нации. Сотрудникам торговых комплексов необходимо тщательно следить за продукцией, поступающей на прилавки, за их сроком годности. От этого напрямую зависит и репутация магазина. Аяна Дюшикеева, Аскар Улан-Улу, Общественный, Первый канал.